сейчас люди боятся цифровизации. У людей прямо технофобия, потому что они, во-первых, боятся, что вот эти наши достижения в искусственном интеллекте вытеснят просто рабочие места, будут сокращаться. Скалывают роботы, а не человек. Но больше всего люди опасаются защиты своих личных интересов. Они опасаются, что их карточка будет взломана банковская, и кто-то переведет их деньги, или будет на их паспорт оформлен кредит, или вообще они могут лишиться квартиры. Люди опасаются, что их личные данные, фото, видео станет широким достоянием. И вот эти все меры, безусловно, должны быть предусмотрены, и необходимо принимать все защитные механизмы. Как, кстати, не могу не сказать, опять же обращаюсь, уважаемый Михайлович, к вам, все, что сделано по криптовалюте, вот это как раз упреждение, это как раз забота государства о безопасности и о защите. И то же самое, конечно, нужно решать по защите наших граждан и ни в коем случае не позволять оказаться нашим гражданам в так называемом цифровом рабстве.